写真を撮ったら、例えばそのお母さんに対する記憶自体とか自分の思いが決して楽しいものだけではなくても、例えば辛いことだったり悲しいことだったり後悔だったり、そういったものも全て自分の中の記憶の一部として一緒にこれから生きていく。日本の僧侶が、瞑想して見る風景を想像しています。Эти четыре работы, почему я хотел бы особо отметить? Дело в том, что в Японии, японская, その日本人の写真作家は特別な特徴がありますでしょうか？ご存知のように日本というのは非常に自然に恵まれた国で、花とか、歴史のものですね、それたくさんあるので、そういうところからインスピレーションをもらっている作家が多いと思います。Городской муниципальной площадке, это городской центр. Здесь мы предоставляем свои площади для того, чтобы прошло столь примечательное мероприятие, если можно так сказать. Которое, так вот по-человечески, как для того, чтобы фотографировать, нужно иметь глаза, мозги и сердце и душу, так и чтобы организовать эту выставку, нужны. 文化交流というのはとても大事だと思ってまして、それは文化を通して写真を通してですね、架け橋を作ることだというふうに思っています。Мы считаем, что между разными странами в первую очередь важен как раз сотрудничество в области культуры. И можно сказать, что наведение вот таких культурных мостов и служит залогом взаимопонимания. Именно с этой миссией, с этой мыслью мы приехали в Новосибирск. 西洋の絵画はですね、大体 100% 自分が言いたいことをそこに込めていくと言われているんですね。だけど日本のものはすごく隙をいっぱい作ってくれと言われてまして、それは見てる皆さんが参加することによって初めて完成する。だから僕らが作るんだけど、ぜひ参加してですね、意見を言ってまとめてください。понять и тем самым установить такую внутреннюю связь между художником, автором работы и зрителем。Поэтому вот этот мост дружбы, это мост взаимопонимания, не только мы должны создать, но и зрители, которые находятся по ту сторону произведения. Большое спасибо.